Ну а телезвезда Алла Михеева уехала в отпуск не за границу, а на Алтай. Ведущая публикует на своей странице в Инстаграм множество снимков природы края. Лайф разыскал семью Михеева и выяснил, что родители Аллы по-прежнему живут вполне себе просто. Отец ведущий еще организует экскурсии по живописным местам края. Вот такое вот импортозамещение в области туризма. По его словам, дочь его с самого детства ходила с семьей в походы и больше всего любила проводить время в Хакасии у бабушки. Ну и сейчас Алла, несмотря на то, что она довольно известна, у нее вполне себе звездная жизнь, не забывает о семье, приезжает в гости, ну хоть и не часто, но все-таки. А при этом, находясь в Москве, каждый день перед сном созванивается с родителями. Вот они, звезды нового поколения.